открываем мы фестиваль «Удар в самый большой колокол». Мы рады видеть вас на нашем первом пасхальном фестивале звонов храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Праздник в праздник. Мы начинаем. Открывает фестиваль самый юный участник. Лавский праздничный звон. Исполняет звонарь храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста Есин Серафим.